Здорово! Блин, сколько это все в честь меня, что ли? Ой, Коди здесь. Я хочу в парк пойти посмотреть. Я не был в парке, кстати. Гонзалес Фэмили. А, блин, как я по вам соскучился! Эй, Коди, подбрось на штраф стоянку. Бобкат, короче. Не помню я ID Пикадора этого. Это Рома, правда? У, нифига себе! Ха, монстр. У меня 16-й левел. Мне администрация подняла уровень. Блин, спасибище. Моя маленькая хорошенькая. Берите Бобкат. Я ж так не покатаюсь с вами. Бобкат, возьмите. Отдай Бобкат. Что творится? Кошмар. Да это невозможно. А... Франко, с тобой все хорошо? Он не слетает. Братан, ты не падаешь. Что за магия? А чё ты отказался? Мне починиться... А, фак, ладно. Давай починю. Костян, ты целый? А, ответ. Ладно. Ну, согласился? Блин, я хотел его бортануть, черт! Да ну нафиг, а. Ой. Блин, давай еще раз на берег Пламенный Крик. Блин, как же ее носит, это жесть. Я забыл, куда маршрут, блин, держать. Да у меня гонка, не бибикай. Блин, флут, конечно. Вот он минус сраного заднего привода, бляха. Да, прекрасно. А, прощай, Алыкбек. Подписчик помер. Парашюта нет. Спаси. Перевези на берег. Ты жив? Да, жив. Так ты же там взорвался, я видел. Только палец болит. Я машину на пляже заберу. Кто там плывет такой интересный? А Султан так хорошо по бездорожью гоняет, я смотрю. Смотри. Чисто джип какой-то, внедорожник. Нифига. Адский разгон. Я ж потерялся в пространстве. Нифига себе. Закадровый голос, да. Дальше особо ничего интересного не происходило, но было одно важное событие. Поэтому я вкратце расскажу. Встретил я еще раз Владимира... Фу ты. Анатолия Зеленского. Того самого, который хотел мне вернуть типа мой дом. Он позвал меня в гости и хотел кое-что обсудить. Мы попросили всех выйти в коридор, чтоб не мешали. Они все вышли в коридор, но потом из-за этого мы не могли выйти из комнаты. Анатолий предложил мне уже купить дом за чисто символическую сумму. Всего 300 тысяч. Фигня, правда? Но место отлично, и раз предлагают, то можно и переплатить. Мы сторговались за 280к, и все, домик мой.
Потом у меня свистнули мою машину, но благодаря моему отличному водителю мы быстро отыскали вора. Я не знаю, что он там делал, но в итоге моя машина утонула. Он что, вышел, что ли? Не, он здесь. Подожди, а где он? А, стоп. Я тебя не заметил. Фак, как муравьи чисто. Ну, чем не муравейник? Кто хотел гонку? Где тот человек, который хотел со мной гонку? Вася Чалый? Вася... Нет, кто хотел гонку? Давайте отъедем, и я починю тачки. Вот здесь, чтоб никому не мешать. Так, и теперь тебя. Сейчас починю. Там уже приближаются. Быстрее открывай! Они бегут! Они бегут! Быстро сесть! Я постою здесь и посмотрю за этим, понаблюдаю. Да блин, не загораживайте проход. Давайте на автостраду поднимемся и оттуда начнем ехать. Гонка! Стоп. Поставьте лайк, а? Пожалуйста. Снова закадровый голос. Теперь поговорим о важном. Нужна максимально ваша поддержка, насколько это вообще возможно. Есть несколько человек, это можно сказать мои коллеги, которые тоже снимают на Ревенте. Парочка слов о каждом из них. Мейсон Морган, или как многие его знают, мой личный бомж. Он делает нарезки из интересных моментов, и у него на канале есть фрагменты со мной, которых нет на моем канале. Если не сложно, поддержите парня, оставьте под его видео комментарии, дайте, может, советов каких-то. Ссылка на канал в описании. Канал Коди. Вот этого самого челика. По некоторым моментам его канала, возможно, вы заметите что-то знакомое. Я ничего против этого не имею, он снимает свои видео, они по-своему интересны. И если вы подолгу ждете выхода моих видео, то канал Коди поможет вам скрасить ожидания. G-Sec. Надеюсь, правильно произнес. Это канал моего соседа в Сампе, кто помнит, Дмитрий Ковалев. Он был во многих моих роликах. Снимает интересные видео. Ссылка на канал моего соседа в описании. Unset. Это, как я понимаю, дружочек двух предыдущих ютуберов. Он снимает видео на разные темы на нашем ревенте. У него очень неплохо получается. На него я тоже оставлю ссылку. Возможно, есть еще маленькие каналы, которые снимают на ревенте, но я назвал тут те, которые знаю и с которыми контактирую время от времени. Если вы тоже снимаете видео на ревенте, то оставляйте комментарии под моими видео. Я посмотрю и, возможно, вы получите от меня бесплатную рекламку. Напоминаю, что мы все играем на Ревент РП. Присоединяйтесь к нам. Я знаю, что многие смотрят меня просто чтобы посмотреть, но почему бы просто не зайти и не поиграть? Хотя бы пару часиков. Если все же решитесь зайти, то не стоит забывать про мой промокод. Ввести его можно только при регистрации. И потом в дальнейшем вы получите бонусы. И я получу бонус за то, что вы ввели мой промокод. Промокод тоже указан в описании. Там же есть IP сервера. Если что, версия Сампа 037. Всем спасибо за просмотр. Хорошо учитесь, кушайте кашу, занимайтесь спортом и играйте на ревенте. Пока. Oh.